В современном мире сложно жить. Я говорю о конкретной причине, которая делает жизнь современных людей столь трудной. Буквально недавно этого просто не существовало. А сегодня нам приходится иметь дело с удивительным явлением. И так как это действительно крайне хитрая ловушка, то большинство по незнанию с радостью отправляются прямо в ее центр. Я говорю о том, что люди сейчас сразу хотят что-то получить, не заработав этого, не заслужив, не приложив никаких усилий. Они просто хотят благ за так, за красивые глаза. И только после этого они обещают подумать о том, что будут ли они что-то делать, чтобы отработать полученные вещи, услуги, внимание или что-то еще, что они получили аванс. Ни о каком успехе в такой ситуации и речи быть не может. Ведь не нужно забывать о том, что аванс все равно придется отработать. Например, придется идти на нелюбимую работу, чтобы отдать кредит за безделицу, о которой уже и забыл. И жаловаться не на что. Согласны? Успешные люди действуют и мыслят противоположным образом. Они уверены в себе, уверены в своих силах. Они не просят дать поблажку или покормить их с руки. Они точно знают, чего именно хотят и готовы вложиться в это по полной. Именно поэтому они сначала отдают свое время, свои усилия, свои деньги, свою настойчивость, свою работу, свою решимость. И только после этого они получают тот результат, который хотят. Именно умение сначала отдать и вложить делает человека способным на великие достижения. Забудьте позицию «сначала дайте мне». Это недостойно тех, кто хочет стать хозяином жизни. Я сделаю. Вот что должно быть девизом твоей жизни. Сделайте, заслужите, заработайте и владейте по праву.